Выпускай Кракена! Вот сюда. Один тут остается. Я подумал, что они слева где-то. Дайте сектор для браунинга. Где пить? Мы фиксируемся, ставим позиции. Эти. И сегодня. А, кстати, и пускай. Заезжайте, заезжай, заезжай. Хорошо. Не сильно. Главное, не первое течение. Цепануло просто. Легко. Вроде да, поехали. Их тут нет, блокпост слева.
портфельчиком, да? Ага. Оп. Об эвакуации сейчас нет. Спешимся, да? Больше будет. Парни, смотрите дом слева. Забирай. А ты туда пошел, пошарьёбиться? Подождите, пацаны, блядь, не толпите. Это видео, как ты воруешь, блядь. Обворовываешь русский народ. Камазик. Целый БКшечки. На воровать у русских. Жили мирно, все спокойно жили, мирно работали, работа была, все было. Дети поразъезжались, все. Что они наделали это вообще? Ну это вообще святое ничего. Фашисты. Да, русские даже по-русски писать не умеют. Только ни разу махуй. Посмотрите.